Привет, с вами интернет-магазин Керамис. Наш новый обзор посвящен умывальникам из стекла. Вообще сантехника из стекла пользуется большой популярностью во всем мире, потому как обладает рядом преимуществ перед своими керамическими собратьями. По функциональности стеклянный умывальник ничем не уступает изделиям из санфаянса, а по прочности даже во многом превосходят. Дизайн таких изделий вообще остается вне конкуренции. Стеклянные умывальники довольно редко встречаются в интерьерах ванных комнат наших соотечественников. Вероятно, это происходит из предубежденного отношения к стеклу. Еще один фактор – такие изделия стоят довольно дорого. Предвзятое отношение к стеклу совершенно не оправдано. Для изготовления раковин используется прочное закаленное стекло толщиной не менее 12 мм. При прочих равных условиях изделие из стекла будет прочнее, чем аналогичная модель из санитарного фаянса или фарфора. Такое стекло трудно поцарапать или разбить. Еще одно неоспоримое преимущество умывальников из стекла – в зависимости от размеров они всегда будут казаться невесомыми, легкими и хрупкими. Даже самая массивная объемная раковина не будет загромождать пространство вашей ванной комнаты, что особенно важно, если места не так уж и много. Уникальный дизайн стеклянных умывальников никого не оставит равнодушным. Стекло может быть самого разного цвета и фактуры, с узорами и без. Завершить композицию помогут смесители для умывальника со стеклянными вставками. Некоторые производители выпускают целые комплекты, которые смотрятся очень гармонично и эффектно. Покупая умывальник из цветного стекла, вы можете быть уверены в эксклюзивности своего приобретения.